К главе города Анатолию Пахомову во время очередного обхода с такой просьбой обратились жители этого микрорайона. Однако, по мнению экспертов в сфере автотранспортной логистики, делать в этом месте остановку нерационально. Во-первых, это небезопасно для пешеходов, поскольку здесь закрытый поворот и плохой обзор для водителей. А во-вторых, автобусы спровоцируют на курортном проспекте заторы, от которых с большим трудом не так давно удалось избавиться. Там никогда остановки как таковой не было. То есть это обычный выезд с прилегающей территории. Поэтому весь этот транспорт, который даже если и делал там остановки, это делал он незаконно. В том месте сам остановка для посадки-высадки, она небезопасна. Несмотря на запрет, некоторые водители автобусов все-таки высаживают здесь пассажиров. И буквально в считанные секунды на главной транспортной артерии курорта образуется пробка. Кроме того, ближайшая остановка общественного транспорта находится недалеко от поворота к санаторию «Золотой колос». И к ней ведет благоустроенный тротуар.